Мы сегодня уделяем внимание не только сезонным платьям, жакетам, палантинам, которые смогут вас утеплить. Мы не забываем и про брюки. Вот, кстати, брюки занимают точно такое же лидирующее положение в гардеробе вашем и любой нашей модницы, потому что они очень удобны. И, кстати, наши брюки – это спасение не только от ветра, но и от дождя. И мы с вами будем прямо сейчас проводить эксперименты. Готовы? Готовы. А пока Светлана готовит эксперимент, я хочу указать вам на цену. Это базовая модель брюк, утепленная, 1890 рублей. А что за подклад, что за ткань, как она нас спасет от ветра и дождя, мы узнаем прямо сейчас. Светлана, мы готовы. Ну что ж, дорогая моя, для этого давайте откроем занавес. Я приглашаю вас посмотреть внутрь брюк. Именно вся изюминка находится внутри, она закрыта глубоко. Посмотрите на нашу ткань, она необычная. Да, черный цвет, в чем необычность, спросите вы. Необычность – это основа. Наша ткань утепленная на флисовой основе. Посмотрите на этот флис. Вы знаете, что в переводе с английского языка он даже означает шерстяная поверхность. Угу. Именно поэтому наши брюки Татьяна будут согревать вас. Но самое интересное, это, конечно же, не только в теплоте флиса, но еще наш флис защитит вас от влаги. Мне понадобится помощь нашего помощника-реквизитора, чтобы нам принесли воду и салфетки. Так. Артем, пожалуйста, все в нашу студию несут сейчас воду. Привет, дорогой. Спасибо тебе огромное. Ну что ж, вот наш любимый водораспылитель. Что мы сейчас делаем? Здесь же найдешь вот это. Итак, я буду проводить эксперимент с нашей брючиной. Посмотрите, что происходит, когда вдруг вы вступили в лужу. Вода попадает на ваши брюки, и вы чувствуете дискомфорт. Сырость, влага, фу, как нехорошо. Можно еще и замерзнуть. Конечно. Что мы делаем? Мы просовываем туда нашу салфетку. Посмотрите, какая она большая. Итак. Даже если пошел сильный дождь, вот он, сильный дождь, если даже пошел мокрый снег, посмотрите, сколько воды я вылила. Я жду, пока вода пропитается. Надя, помоги. Что мы делаем сейчас? Ба-бам! Мы достаем салфетку, и, внимание, она совершенно сухая. Вот в чем таинство и секрет флиса. Не только защитит от морозов, но и от влаги. Вот это технология, друзья. Вы посмотрите, это высокотехнологичный материал, который нас согревает и защищает от влаги. Цена за сезонные брюки невероятно привлекательная. Менее 2000 рублей. Ведь это базовые брюки. Вы в них будете носить и будете носить каждый день. И в первый мир 1890 рублей. Ваша скидка 620 рублей. И вообще, я считаю, Свет, что водолазка и вот такие черные брюки — это вообще базовый комплект. Действительно, Надя, это классический образ женщины, которую часто выбирают наши модницы. Давайте посмотрим сейчас на секреты флисовой утепленной ткани. Вам кажется, да, Света, флис нас согревает, но почему наши модели такие стройные? Это, конечно же, фасон. Любые брюки должны поражать нас не только качеством и теплотой, но прежде всего идеальной посадкой. Посмотрите на наших модниц. Лали 52-й выглядит на 48-й. Как потерять лишние объемы? Вы выберите сегодня брюки Татьяна, и вам будет не только комфортно и тепло, но ваша фигура будет моделироваться. А это так важно! Я хочу напомнить вам, дорогие мои, вот я не практичная хозяйка, я часто забываю самое важное. Так вот, оставляя себя на осень и на зиму с легкими брюками, вы себя обрекаете на то, что вы под эти брюки будете бесконечно искать теплые колготки, пододевать, сверху надевать свои шелковые брюки, замерзать. Это очень неудобно. Возьмите одну пару брюк. Смотрите, они как влитые сидят на нашей модели, но при всем при этом они утепленные. То есть вам колготки под низ уже не нужны. Я расскажу секрет, ведь я тоже выбрала сегодня для себя брюки Татьяна. У меня тонкие капроновые колготы, и я хочу вам сказать, мне очень комфортно, мне свежо. Лали демонстрирует вам еще и удобство. Вы только представьте себе, ваша ткань не будет вытягиваться. Вам будет очень удобно. Ну а стройные бедра, все будут завидовать вашей стройной фигуре. А еще я хочу рассказать один курьезный случай. Я думаю, с каждым такое бывало. Вы знаете, брюки классические, под тип наших брюк Татьяна, которые на гульфике, то есть они застегиваются на молнию, да? И вот как звонила нам наша постоянная телезрительница, у нее животик говорит. И представляете, вот вы такой конфуз. Молния расстегивается, разъезжается на животике. Это верно. Очень часто. И брюки носить становится практически невозможно и неудобно.
Есть ли у нас молния, Светлана? Ну что ж, дорогие наши модницы, обратите внимание еще на один плюс. Во-первых, мне нравится, что у нас завышенная талия. Посмотрите, где она заканчивается. Животика. Лали, давай тебе развернем. Смотрите, плоский живот за счет того, что здесь ткань наша утягивает за счет нашего специального за счет спандекса. Угу. Обратите внимание еще на то, что у нас есть эластичная лента. Вот здесь как раз не нужны никакие замки и молнии. Только комфорт, стройная фигура, ну и, конечно же, теплая флисовая основа. Ну и какой бы животик у вас не был, это ваше украшение. Посмотрите, у нас размерный ряд до 70-го. Вот здесь, в этих брюках, с утягивающим эффектом. Вы будете стройной, вы будете молодой, вы будете точеную фигурку иметь. 1890 рублей, а еще мы будем здоровыми, дорогие друзья, ведь наша ткань утепленная на флисовой основе. И как мы уже провели эксперимент, если к нам кто-то только что подключился, мы провели эксперимент с водой. Итак, дорогие друзья, флисовая ткань – это защита не только от холодных ветров, это защита еще и от влаги, от мокрого снега, от проливных дождей. Вы будете всегда выглядеть свежо, вам будет сухо, а самое главное – моделирующая стройный силуэт. Итак, давайте прорезюмируем. То есть наши брюки, Татьяна, на осень и на зиму? Конечно. Отлично! Делайте один раз покупку 1890 рублей. У вас уже есть базовые брюки, не нужны никакие утепленные колготки под низ, потому что, надев их даже зимой, вы будете чувствовать себя в комфорте. Ваша скидка 620 рублей.